приобретает себе чудесный артефакт Куроки. Пошли пеньки. Майн-контрол тоже заходит. Ой-ой-ой, проблемы. Проблемы у Рамзеса. Надо засейвить. Контроинициация пошла. Тут же закрывается. Соло двоих. Рамзес дерется до конца. Трое стоит в ультимейте. Паша с ультом хорошо заходит. Есть хил. Есть хил. Очень хороший. Пашу здесь, скорее всего, сбреет. Да, Пашу сбривает. Он нанес максимум демеджа. Больше он просто-напросто не мог. Подцепление стоит. Тем временем Нуан засыпает его со всех сторон. Танчик дает Нуан. Очень сильно проседает Нунчик. Пытается ему как-то выхилить Нунчика. ТП-ша домой сейвит его со всех сил. Паша сделал бабек. Рамзес до конца. Паша после бабека по твоей минус один. Минус два. Забрали Эгис. Потом Мэн надо убить до того, как появится мир. Кокуру там тем временем отбегает. Рамзес сгрызся в Матумбу. Тут же в сайленсе у нас Соло пытается догнать хоть кого-то. Закрывает его Миракл. Два удара по Матумбу. Мэну Паша с Форстафа поймал. Цепляет дальше у нас Миракл. В очередной раз Миракл тоже может здесь умереть. И они просто удаляют из карты всех ликвидов. Не дают им снести ничего. Это великолепная драка была. Тут, конечно, очень круто сыграл Паша.